Сейчас мы будем шить под одеяльник. Раскрой. Пораскрой, у нас получается здесь кромка. А одеяло у нас вот таким образом сориентировано. Здесь у нас будет сгиб, а здесь мы должны сшить. Вход в пододеяльник, чтобы вставить одеяло, я хочу оставить сбоку. Не снизу, не по короткой стороне, а по длинной. Мне так больше нравится. Почему? Потому что мы можем положить так, можем положить так, можем положить так и вот так. Если мы сделаем снизу, то либо так, либо так. Поэтому это более вариативный такой способ. Что мы будем делать? Вот эти стороны, здесь у нас кромка, эти стороны мы подгибаем на два раза и прострачиваем по всей длине с этой стороны и с этой стороны. Вот здесь у нас кромка, у нас будет по короткой стороне, а по длинной у нас срез. Мы его обрабатываем, подгибаем на один раз, подгибаем на второй раз и прострачиваем по всей длине с одной стороны и с другой стороны. Вот макет пододеяльника. Вот это мы прострочили. Теперь мы складываем. Находим середину. Ну, здесь точность не особая, не нужна. Влево и вправо откладываем по 25 сантиметров. И строчим отсюда до метки и делаем закрепку, то есть несколько раз прострачиваем вперед-назад. И точно так же здесь делаем закрепку и прострачиваем. Здесь прострочила, с другой стороны прострочила, пододеяльник готов.